Ударная тревога. Сработала охранно-пожарная сигнализация. Всем находящимся в здании срочно покинуть свое помещение через запасные и аварийно-спасательные выходы. Слышно хорошо, система оповещения исправна. Старший лейтенант полиции Роман Ботаницын в школе обращает внимание на все, что касается безопасности детей. В приемке дошкольных учреждений и школьно-образовательных учреждений мы обращаем внимание на наличие паспорта безопасности, на работоспособность видеонаблюдения, на пропускной режим, ну и, соответственно, сотрудников ЧОПа. Представители Росгвардии входят в состав межведомственной комиссии, которая проверяет образовательный центр «Флагман». Это, по сути, фабрика знаний, которая обслуживает всю трехгорку, более 7 тысяч воспитанников. Комиссия смотрит готовность медицинского блока, канализационных систем, сантехнику и просто общее состояние помещений. Но больше времени занимает, конечно, работа с документами. Медицинские осмотры, заключение договоров образовательного учреждения со сторонними организациями, с обслуживающими организациями, медицинские договоры, вывоз мусора, ну и все остальное. Раньше муниципальные власти проверяли школу во второй половине августа. Опыт подсказал, что правильнее это делать уже в июле, чтобы у руководства образовательных учреждений было время устранить недочеты, учесть замечания. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».